Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Сегодня поиграем в игру, которая называется Viking Archer Joiner. Ну, короче, давайте посмотрим, что она из себя представляет. Запуск, чтобы получить ваш волк и освободить окаменелые викингам. Перевод, конечно, шикарный, тут ничего не скажешь. Запускаю. Стрелять. Так, чего? А, вот так у них все чуть-чуть да наоборот. Ну-ка, иди сюда, совушка. И все, что ли? Всего? Всего-то? Так, а что здесь-то надо кликать? Ага, здесь кликаешь, значит, для того, чтобы прыгать. Понятно. Будем знать. Что ты мне показываешь? А, запрыгнуть надо? Ну, давай запрыгнем. Значит, здесь прыгать с этой стороны, а с этой стороны стрелять. Теперь вы готовы к путешествию в Хельхейм? Думаю, что да. 5 скиллов, 5 комбос и 5 супершотов. А, специальных шотов. Погоди. Пролетело мимо. Ой-ой-ой, а что ты и прыгаешь сразу же одновременно? Я тебя не понимаю. Иди отсюда. Странно ты как-то. Так, запрыгнули. Отлично. Так, давай-ка этого... шандарахнем, не нравится он мне. И этот тоже. Бесявый, а в чем вообще суть игры? На-ка. Тоже выкуси. Вот так вот просто бежать и стрелять? Ой. Ну и чего? Кузнец. Переиграть. Так, удвоитель монет. Умножьте монеты, которые вы зарабатываете. Не подключен. Бесплатные монеты. Улучшить время тратил. Бонусы. Да не надо мне это все. Переиграть. Побежали. Это какой-то раннер, что ли, получается? Или что? Единственное, что я понял, что нельзя пропускать врагов, ребята. А точнее, этих летающих мышей. Ой, летающих мышей. Летающих сов. Их надо истреблять как можно быстрее. Так, отлично. Этих всех монахов мы сносим к ядре нефени. Вот она, сова эта. Оп. И следующая. Ла-фак. Да ну их нафиг, этих сов. Блин. Опять я проиграл. Какая-то, честно говоря, придурковатая игра. Ладно, давайте еще разочек. Погнали, кузнец, блин. Так, 100 метров. Ну да, ребята, это все-таки у нас получается раннер. Надо бомбить этих непонятно кого, етунов каких-то. Ну и, соответственно, сов. Ну их тут, скажем, разом, я так понимаю, будет все больше, больше и больше. Так, не пролетишь нафиг. На тебе, прям в башню. А что, ёлки-палки, ребята. Ай, вы видели? Там, оказывается, был кустарник с шипами. И все время я забываю. О, тихо-тихо-тихо, сова, на-ка. И все время я забываю, что надо перепрыгнуть. Да хорош ты прыгать-то, чё распрыгался-то? Немножко для меня странновато, конечно, такой раннер. Ну да ладно. Ай-яй-яй-яй, на-ка. Успел. Нечего там тебе колдовать, колдун. Да что ж такое, что же я мажу-то все, а? Да. На этом, конечно, было бы поэффективнее играть. На самом андроиде. На мобильнике, я имею в виду. Здесь как-то... как-то это все... Ага, а вот он этот... кустарник, ребята, был. Все, я его перепрыгнул. Хорошо, пускайте со... Да что ты прыгаешь-то как... Да ну нафиг, да хорош. Ё-моё. Да. Значит, не из-за птичек я погибал. Так, кузнец. Ну, давай сделаем. Увеличивать время тройного бонуса. Ну, давайте изучим, что у меня из этого получится. Что он мне даст. Посмотрим, тройного бонуса, блин. Хорош там. Я же вроде нажимаю совсем на другую эту. Чё? На.
Че он прыгает-то у меня? Поперхнулся, блин, еще из-за этой игры. Все нервы вымотало мне одним словом. На тебе, влобешник. Что там притулился? На. Еще один. На, выкуси-ка. Значит, птички не так страшны. А страшны тут всякие вот такие вот демоны. Ну что там сова, сами видели, пролетает себе. Да хорош прыгать-то. Вот теперь пора. На-ка, мимо. Вот этот злобный колдун. Ага, вот значит что. Да ну нафиг, куда ты прыгаешь-то? Вот куда? Ой, блин. И опять все заново, да, я так понимаю? С самого начала. Тут каком чекпоинт будет или нет? Не, вот это интересно знать. Дед, ну ты охренел, что ли, блин, постоянно прыгать-то, а? Совсем этого не делаю, чтобы он... Она начинает мне. На, Ютун, получи свое. Тоже всхлопотал. Давай следующего. Птичка, ну-ка сдохни. Не сдохла. На, прям в башню. А вот это что за здание, интересно? Просто так, для красоты? Вроде как щит какой-то нарисован был. Ладно, вот здесь мы, ребята, прыгаем. Ага, тут, оказывается, еще можно в прыжке стрелять. И вот эти совы меня подлавливают. О, смотрите, что-то новенькое. Ё-моё, я не думал, что это... Что этот мелкий прыщ — это викинг. Я думал, что это какая-то игрушка лежит. Хотел его взять. Ё-моё, вот так подловили, а. Ладно, давай еще разок. Черт побери, а там были какие-то, извините меня, часики. Я не знаю, что они дают, но, как вы видите, в данный момент у меня идет время. Или это метры. Сверху, как вы видите, сверху слева 138, или это очки. Так, ладно, пока этих говнюков мы разбиваем. И причем тихо, мышей мне тут не надо, точнее сов. Так, Ютун, сдохни. Перепрыгиваем. Так, еще один стоит там, поджидает, так сказать, меня. Вот это вот надо уничтожить. Блин, промазал. Так, ага, здесь обрыв. Да, фу ты нафиг, пронесло. Повезло, вот это ворон. Ёб твою медь. Да какого хренуса? Постоянно все время разные уроды, а? То какие-то вороны, то еще кто-нибудь. Ладно, давай. У меня, я так понимаю, ноль монеток. Я вообще ничего не могу купить. Просто полный бомж. Да сдохни ты там стоишь, блин. Комбо 2. Ну, комбо 2 так комбо 2. В башню тебе. Тебе тоже в башню. Да выку... Ой, мимо. Ага, тут еще, оказывается, стрелы мои могут в деревянные всякие постройки втыкаться. Соответственно... Не попадая по врагам. На, муха. Получи. Бегу я зимой. Это видно сразу. Давай, Ютун. Прыгай, прыгай, отлично, молодец. Так, совам здесь не место. Вот это надо перепрыгивать. Ать! Зараза. Ладно, ребята, последняя, наверное, попыточка моя будет. Все-таки я считаю, что в эту игру надо... И играть на мобильнике. Там удобнее и прыгать, и управлять. Здесь как-то немножко это напрягает, если честно. На-ка, выкуси. Ютун стоит. Стоит и ждет меня, чтоб я к нему подошел. На-ка, выкуси. 5 комбо. Так. На-ка, сова. И ты тоже, блин, мимо. Так, здесь надо перепрыгивать, ребята. Перепрыгиваем, отлично. Ютунам здесь не место. Так, смотрите, он меня поджидает там. Как бы не так. Уровни постоянно, ребята, генерируются. Не нравятся мне вот эти вот карапузы. Очень не нравится, но, как видите, я их разбомбил. И совы эти тоже меня раздражают. Ох ты, вы уже стали намного... Ниже лететь. Я беру какие-то стрелы.
Другое дело. Совсем другое дело. Ой, это было на время, ребята. Стрелы были всего лишь на несколько секунд. Да какого лешего-то? Ой, в общем, ребят, вот такая вот она игра. Это у меня будет такой короткий обзорчик. Так что, если кому нравится, скачивайте и играйте. Ну а на этом всем пока, ребята. И до новых скорых видосиков. Всем удачи. Bouncing the hopper, nigga, you can't stop bouncing.